Добрый день! Наконец, у нас в Подмосковье обещают тепло, и я приступаю к перекопке своей грядки, которая предназначена для пересадки перца. Перец свой я сажаю в открытый грунт под укрывной материал толщина 60. Грядку я приготовила с осени, она у меня заправлена перегноем, которому уже 3 года. Перец не любит свежий навоз. Конечно, многие уже огородники пересадили, может быть, свои перчики, но я не рискнула, так как у нас в Подмосковье еще были очень холодные ночи и даже были заморозки. Ночи были до 2-3 градусов. Для этого нужно было, конечно, укрыть не только укрывным материалом, но и пленкой. Но так как я здесь бываю не каждый день, поэтому для меня это был не вариант. Вот сегодня я перекапываю свою грядку. Земля здесь довольно-таки рыхлая, как и любит перец. Все это я накрою сегодня укрывным материалом, а пересадка у меня будет завтра. Земля немножечко еще прогреется под укрывным материалом. И при пересадке завтра в лунку я буду класть древесную золу обязательно. И удобрение суперфосфат. Перчики мои уже давно готовы к пересадке. Вот, надеюсь, что все пройдет благополучно.